Так, ну что, ребята, сейчас я потише сделаю. Тут показывают. Вон этот, как называется-то, время покажет. Ну, фоном у меня играет. Американцы попросили Путина, чтобы он узаконил однополые браки. Вот у нас больше вот заняться нечем, как только однополыми браками. У нас столько в стране проблем. В общем, почистил я свою камеру. Бедная, сколько она прошла, эта камера? Она уже у меня 2 года, по-моему, или год. Я не помню, когда я попал, надо по влогам посмотреть. Ой, кошмар какой. Зачем вот... Зачем нам показывают по России? Я даже показываю этого. Зачем вот это показывают по России? Двух голых мужиков показывают средь бела дня. Ну, как время 8 вечера, они... Ой, кошмар какой, ребят. Что творят вообще? Зачем это? Вот зачем это? Что они там... Капец какой. Зачем нам это показывают? Это вообще писец. Короче, решил ее почистить. Столько грязи тут забивается в мелкие частицы. Но вот эта камера, я, честно говоря, когда ее покупал, я очень долго сомневался, покупать ее или нет, потому что она... Все писали, что она очень плохо снимает, звук плохой, а в итоге камера, ну, приличная. Ну, вот видите, я уже ее ронял, поэтому крышка здесь не до конца закрывается. А заказав крышку такую же на AliExpress, она не подошла, она оказалась толще. Я ее там даже подпиливал, ничего не происходит. Ну, вот так она работает. Надо, конечно, потом камеру новую покупать. Но новая камера, вот, например, Sony, на которую все снимают, или тоже GoPro, она стоит около 20 тысяч, я пока не могу себе такое позволить. Вот, если бы мне YouTube что-нибудь бы давал, может быть, как люди, там, или донаты, когда вот людям... вот практически у многих блогеров, таких уже, ну, у которых много подписчиков, там, 100, 200, 500, миллион, у них либо уже с канала доход, либо донатами. Вот, а у меня ничего нет, поэтому я вот что могу, то и купил. Ну, вот, не знаю, я пользуюсь. Единственное, что я вот приделал вот это вот защитное еще корпус такой, чтобы не царапалось сам глаз вот этот вот, объектив. Вот, в принципе. А так более-менее нормально. Ну, не знаю, за 2000 я считаю, что это вполне себе хорошая камера, потому что в один прекрасный момент я вот на этот телефон не смог снимать, потому что кончилась память. Вот, ну, я думаю, что со временем я куплю себе... iPhone хороший, хороший iPhone, и буду снимать на iPhone. Я решил все-таки купить вместо камеры хороший iPhone с памятью где-нибудь 128 или 256 гигабайт и снимать непосредственно на iPhone, потому что с iPhone качество очень хорошее, и мне удобнее все-таки на телефон. А камера будет как запасная. Но потом все равно я хочу все-таки купить потом камеру, может быть, не новую, но... Соньку, знаете, такую R300 белая такая. Вот ей удобнее всего. Потому что вот эта камера все хорошо, но у нее один единственный минус, очень долго включает. Смотрите, я покажу, как это работает. Вот я нажимаю, да, вот она поморгала. Вот сейчас она поморгает, это она еще не включилась. И вот только сейчас она находится в режиме действия, и если нажать вот так один раз, то можно делать фото. А если сейчас снимать, это надо вот на эту кнопочку нажать, она начнет моргать. И не сразу еще пойдет запись, а надо секунду-две подождать, и только потом она начнет записывать. И поэтому, когда надо что-то быстро записать, соответственно, то не всегда есть возможность успеть ее включить. Это первое. И второе, малый заряд батареи. То есть, если полностью вот использовать, прям вот включить и пользовать, ну, час чуть меньше хватает, на час где-то, а то и меньше бывает. Ну, мне, в принципе, я промежутками снимаю, поэтому мне, в принципе, достаточно. Вот, пожалуйста, это на то, что я снимаю свои влоги. Потому что многие спрашивали, на что ты снимаешь. Вот на это я снимаю. Вот на такую вот вещь. Я ее тут думал продать. Она у меня стояла на продаже, я хотел ее продать. А потом думаю, ну хорошо, ну продам я ее, что я куплю? Экон. 4К, ну это все. Такие, знаете, камеры тоже. Если брать бэушную GoPro-шку, третью, не вторую даже, не четвертую, а третью именно. Такая вот примерно тоже, только GoPro-шка. Но она стоит где-то 3,5-4. Ну, шило на мыло менять. Я не знаю, как она работает, поэтому... Я ее покупал практически новой. То есть девочка там один раз попользовалась, ей подарили. Вопрос зачем, не знаю. Ну, и вот я, конечно, ее подубил немножко. Я ее уронил. Ну, неудобно, потому что девать ее было некуда на тот момент. И я все время ее там, здесь, в гараже, когда что-то делаешь. Или где-то грязными руками схватился. Ну, в общем, такая боевая камера. Поэтому мне она вот нравится. До тех пор, пока она работает, будет работать. Ну, а потом, если я куплю другое, то у меня будет просто как запасной вариант. Вот и все. Так что вот так, ребята, вот на это я снимаю свои видео.